Мужчина расстрелял двух маленьких дочерей и жену, раненую женщину и три трупа. Взрослого мужчины и двух его дочерей обнаружили в частном жилом доме. Трагедия в семье произошла накануне. По предварительным данным, отец женщины не мог до нее дозвониться и пришел к дому родственников, но никто не открывал. Прибывшие службы вскрыли дверь, а внутри обнаружили три тела с огнестрельными ранениями и раненую женщину. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В стрельбе подозревают погибшего мужчину. При этом следователи полагают, что в отношении него преступления совершено не было. Отец стрелял из травматического оружия. Убитые дети – 6-летняя и 9-летняя девочки. Их тяжело пострадавшей матери – 36 лет. Мужчине было 37 лет. Жители организовали стихийный мемориал возле дома. По одной из версий, которая является основной, мужчина расстрелял своих близких после ссоры с женой на фоне ревности. Соседи рассказали, что он ревновал свою супругу буквально к каждому столбу. Он запрещал ей общаться с подругами и вести социальные сети, рассказали знакомые. Уголовное дело возбудили по факту покушения и убийства двух или более лиц, в том числе малолетних. Расследование дела продолжается.